тишина, покой и белый снег. Жаль, но это только снилось мне. Снилось мне по притихшим годам. Послушайте, все вышние силы, все те, кому обычно молятся люди на земле. Иисус, Аллах, Будда, Дева Мария, пожалуйста, пошире откройте окно, чтобы нас слышать. Пока открываете, я вас попрошу, все вышние силы, дайте все тем людям, которые пришли на мой концерт. Люди, надо аплодировать. Там уже окно открыто. Стойте, все вышние силы! Не закрывайте ставни окна! Послушайте. Я чувствую, о чем хотели бы вас попросить. Девушки, девицы, женщины, бабушки в этом зале. Всевышние силы дайте, пожалуйста, каждой женщине, пришедшей на мой концерт, во-первых, здоровье, во-вторых, одного единственного нормального мужчину на всю жизнь, который бы не пил, не изменял и хоть где-нибудь бы работал. Женщина, надо аплодировать нам аплодировать. Слушайте, Всевышние силы, вы мою руку с рукой Кашпировского не перепутали. Она почему-то тоже чувствовать начала. Но
почему-то мужчину. Ой, мужчины, почему вы такие странные? Правда. Чего вы думаете, если вы при нас, при женщинах, будете громко молиться? И нам вообще плакать? Или о чем-нибудь просить Всевышние силы? Мы подумаем, что вы слабые. Нет, мужчины, это и есть признак высшей силы мужской. Всевышние силы дайте каждому мужчине в этом зале и не только в городе, а также в области. Во-первых, здоровье, во-вторых, нормальную стабильную работу с нормальной человеческой зарплатой, на которую можно возить свою семью, отдыхать и развлекаться. И сохрани вас, Всевышний, от женщин стерв. Мужчины, надо аплодировать за вас. А еще! Это не я, это женщины не унимаются. Но я должна произнести то, что чувствую рукой. Всевышние силы Иисуса, Лакуда, Дева Мария, дайте каждому мужчине на земле 90-60-90 в области мозга, чтобы мы знали, что это с годами проходит. Девочки, вы понимаете, о чем я? Аплодирую. Вы же можете это дать Всевышним силам. Аплодируем вместе с нами. Там у нас нет. А у меня лично на сегодня нет никаких просьб. Я выпросила пока пятого. И если что, обращусь за шестым. Слушайте, Всевышние силы, дайте, пожалуйста, каждому человеку на земле, не только в этом зале, чувство самоиронии. Ибо именно оно спасает мир в любые кризисы. И не жаль, что это не дело. Ником, ни на ком, ни на чем, никем не написанную молитву пропела, прохрипела, ты кого-то просвистела, проговорила. Последняя девственница шоу-бизнеса Милявская. Thank you.